достопримечательности, с которой открывается великолепный вид на горы. Нам предстоит пройти 370 метров и подняться на высоту 30 метров. Хочу вам показать, какой открывается вид с этого моста. Высота составляет аж 30 метров. В этом месте представляю, что будет на самом верху. Даже наоборот не представляю. Ого! Вот красивый вид. Это за горами. Идущая дерна. А, тут он написан. Думаю, что слышки еще лучше. Там сетка висит. Или мне как-то показалось, мы подвесной мост. Ну что, давайте. Можно ли смотреть вниз? Непонятно, зачем мне это Давай, удачи. Встретимся наверху. Встретимся наверху. Хорошо, уже высоковато. Пусть будет потом. Ну как, получилось? Да, я каким-то образом вас опередил, не знаю. Пойдем дальше. Вот, посмотрите наверх. Я там. Небольшая разминочка. Перед выходом на вершину. Там прям висеть, а мне видно. Отправляйся. Как-то получше. Я как бы люблю. Эту паутину я люблю. Да уж. Боже. Ты это сделал. Да, я так хотел. Больше хочу смотреть. Пойдем на самый верх. Новое препятствие. Вот мы на самом верху. Как ощущения? Страшно? У меня, мне кажется, получилось. Ты это сделал. И мы с тобой на самом верху. Да. Хотите на гамачке полежать? Полежать. А можно? Я не знаю, не надо. Можно я по краешку покажу? Вот по краешку. Что мне нравится? Нет, я хочу попробовать. Хотя...
давайте посмотрим, какой открывается вид отсюда. Ну ладно, не зря лес, ну лес. Вот. Бавария. Самой верхней точке находимся, да, и Ефим решил спуститься в горки, я-то решил согласиться, а не идти пешком. Ждем в своей очереди, вот, покажем вам сейчас. Приготовиться. Давай! Как? Отлично. Мне очень понравилось. Мы посетили сегодня очень красивое место. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.